Самый первый Тракфест, международный фестиваль грузового транспорта, прошел в прошлом году в Новосибирске. В этот же раз праздник для профессиональных дальнобойщиков и всех тех, кто интересуется грузовыми автомобилями, прокатился по регионам и, наконец-таки, добрался до столицы. Международный фестиваль Тракфест принимал посетителей в течение 3 дней. Даже несмотря на дождливую погоду, на площадке собрались дальнобойщики, представители транспортных компаний и поклонники грузового транспорта. Участники и гости мероприятия с большим интересом рассматривали эксклюзивные автомобили, обменивались опытом, принимали участие в различных активностях. Абсолютно каждому водителю есть что показать своей машине. У кого-то подставка под чайник сделана своими руками, у кого-то руль перетянут своими руками, кто-то любит свою кабину. Для нас это такое значимое, не знаю, событие. Ни разу не участвовали, машины у нас около 5 лет. И, ну, не представлялось возможности. Организаторы Тракфеста продумали не только развлекательную программу, которая включала в себя шоу грузовиков, тематическую кухню и выставку, но и информационную. С первого дня представители отрасли торжественно открыли деловой форум и обсудили проблемы сферы перевозок. Да, конечно, в России существуют отраслевые мероприятия, такие как Комтранс, к примеру, но это мероприятие не направлено на водителя, это мероприятие направлено на бизнес-сегмент. Мы же, в свою очередь, стараемся сделать мероприятие, направленное на водителя, на то, чтобы его встретить и показать, чем одна машина отличается от другой, его угостить и поговорить с ним о тех вопросах, которые у него накопились за время нахождения в пути. Успех первых 2 Тракфестов доказал организаторам, что подобные мероприятия полезны и востребованы, поэтому работа над программой фестиваля следующего года уже началась.